Приветствую вас на канале Asmodee Play. Мы продолжаем играть в Ведьмак 1. Ну, смотрите, птички летают. Кстати, их раньше не замечал. Так, мы выходим во двор. Где тут двор у нас? По времени. Вот этот, по-моему. Сейчас посмотрим. Территория Каэр Морхен. Так, нам нужна запчасть от этого волколака. Так, мы тут уже побывали, посмотрели, это еще до битвы. Ну ладно, может где-то что-то тут можно сломать. Вот там, кстати, внизу-то мы не были, тут что-то есть, нет? Поднять что-нибудь можно тут? Понятно. Ворота уничтожены. Охренеть. Ну, идем тогда к жуку. Химере. Ну только химерас, это гигантский богомол. Ну ладно, как назвали, так назвали. Блин, а на какую тут? А я уже не... А вот, когда с жуком боролись. Так. Освеживание монстра. Щелкните левой кнопки мыши по телу мертвого чудовища, чтобы извлечь из него алхимические ингредиенты. Кого возьмем? Так. Приготовить эликсир. Вот на новую территорию, но это мне пока еще. Да, прекрасно. Давайте тогда. О, все еще дрожит. Ну, взять все. Эту штуку взял. Сейчас пойдем эликсир делать. Приемные. Подожди, я что-то не понял. А, вот он, стол. Блин, потерял его. Где у нас журнал? Так, лево погиб от руки. Задание. Я должен смотреть замок и убедиться в том, что все оставшиеся в порядке. Так. Ну, так еще где-то кто-то есть. Так. А где Ламберт и Эскель? Наверху. Ламберт в библиотеке, а Эскель несет Трис в ее комнату. У меня есть все ингредиенты. Отлично. Теперь отдохни и приготовь эликсир по формуле. Так. Ну ладно, подожди. Пойдем эликсир готовить.
по формуле. На 45 градусов. Все как полагается. До встречи. До встречи. Так, рецепты. Лекарство для трейлис. Так, и не имеет другое действие. Так. Этот эликсир готовится из ингредиентов, которые даются в одну меру ребиса, ласточки на зелье одну меру. Так. Из тела чудовищ. Все, ну ладно, давайте попробуем. Что ты оббегаешь-то? Я что-то не понял, ты куда ломанулся-то? Чтобы приготовить эликсир. Алхимия. Выберите формулу, помеченную как эликсир для трейлис. Так. Упорос. Все. Что сделал? Ну и закончил. Я не понял, что-то было. Да. До встречи. Бежим наверх. Если, конечно, столовой у меня тут все развалено, блин, как вы здесь живете? Ой-ой-ой. Не этот проход. Подожди. Это я немного подзаплутал. Ладно. Блин, не прыгает. Все должно быть по правилам. Тут есть. Да нет. Ни хрена тут нету. Так, ладно. Мыши летучие. Куда идти-то тут? Заплутали мишки, заплутали. На. Куда, блин, здесь идти-то?
До этого вроде бродил спокойно. Итак. Раз мне не сюда. А куда? Вот здесь, наверное, проход. Да. Раз не затоплен, поверху пойдем. Давай, беги, беги. И беги, беги. Беги на край земли. Из последних сил. Беги. Слышь. И беги, беги. Любовь свою найди. Так. Здесь у нас все взято. О, тело идет. Привет. Здоровались. Что скажешь по поводу нападавших? Любители. Если бы не маг и эта химера, мы могли бы побить их с закрытыми глазами. Но у них были и маг, и химера. Они ограбили нас и убили Лео. Ты прав, Волк. Это серьезное дело. Мы найдем их, черт побери. Что-то ты какой-то мутный. Лео сказал, что он почти победил тебя. Мы фехтовали, когда началась эта адская буря. Мой медальон так сильно дернулся, что я чуть не упал. А сопляк это использовал. Эх, у него был потенциал. А потом появилась Меригольд. Она была не в себе. Тряслась, бредила и настаивала, чтобы мы догнали дикую охоту. Утверждала, что это очень важно. Весемир согласился, он всегда к ней неровно дышал. Остальное ты знаешь. Тебе не нравится Трис? На мой взгляд, она слишком важничает. Расскажи мне о стилях ведения боя. Искусство ведения боя включает в себя три традиционных стиля боя на мечах, плюс их разновидности для борьбы с чудовищами. Меня интересуют техники сражения с монстрами. Думаю, ты заметил, что мы носим два меча. У некоторых монстров иммунитет к стали. Обычный меч не причинит им вреда. К примеру? У оборотней, вампиров, джиннов и других магических тварей. Техника сражения с серебряным мечом произошла от традиционной техники фехтования. Однако есть несколько принципиальных различий. Никакой защиты и парирования. Только шаги, уклонения, пируэты и прочая акробатика. Надеюсь, память вскоре вернется ко мне, иначе у меня могут возникнуть проблемы. Все будет хорошо, Волк. Твое тело само вспомнит все необходимое. Некоторые вещи забыть невозможно. Да, бывает. Тебе придется такое. Довериться интуиции при выборе стиля ведения боя. Давай я объясню все на примерах. Дьявол подходит для уничтожения кикимор, гравееров и фледеров. Огненный танцор идеален для убийства баргестов и упырей. Веролидан, в целом он подходит для уничтожения всего, что ходит толпами. Но для начала ограничься утопцами. Спасибо, Ламберт. Без проблем, Волк. А. Расскажи мне о стилях. Искусство ведения боя включает... А традиционных стилях. Мне... Каэр Морхен, школа Волка. Старый Весемир всегда следил за тем, чтобы нас тренировали скорее как воинов, а не как ведьмаки. Понятно. Огненный танцор, это интересно. Огненный что это? Танцор, это интересно. Этот стиль создал легендарный эльфийский фехтовальщик и поэт Нисаил. Он основан на системе шагов и ударов. Создавая его, он наблюдал за дикими кошками, в особенности за оцелотами, которых эльфийский правитель для так, этого стиля скорость и ловкость важнее, чем сила удара. Верлиданский, Наев де Фиаине Глайдив, групповой. И тамерианский дьявол, так горячо любимый ланскнехтами и другими силачами. Стиль силы, о котором мне рассказывать? Расскажи мне о стиле Вероли Дан.
Если перевести дословно, этот стиль называется «стиль девяти мечей солнца». Его создали фехтовальщики Вероледа для того, мастера... Понятно, это короче. Мастера Вер... Давай пока... Как сказать? До встречи. Это, блин, нет. Не то, что я хотел, конечно, тебя услышать, но... Ладно, так. Блин. Вот замок, так... А, во, подождите. Она же там должна валяться. Вот она, она. Два же кнопка мыши по эликсиру, чтобы дать трейлис. А где мой эликсир? Туринская красная. Бутылка с водой, ласточка. Нет, это у меня ингредиенты. Вот, что такое? Вот так вот. Спасибо, Геральт. Надеюсь, это зелье поможет. Ужасно. Мне снилось, что Ламберт был со мной. Он сказал: «Ты мне тут не смей умирать, Меригольд. И ты ведь заносчивая ведьма, которая знает все лучше всех. Я так рада тебя видеть. Почему ты смеешься?» Рад, что тебе лучше. Я знаю, что нам уже пора отправляться в путь, но у меня есть предчувствие, что мы никогда больше сюда не вернемся. Ты не можешь ненадолго задержаться? Побудь здесь со мной. Так. С удовольствием. Хочу остаться здесь еще немного. Когда я увидела тебя, все чувства, которые я пыталась изгнать, вернулись. И они сильнее, чем прежде. Трис, я не могу говорить о прошлом. Конечно. Мне не следует на тебя давить. Мне просто так... О, боги! Я веду себя как девчонка. Вернемся к настоящему. Весемир рассказал мне, что случилось. Я подвела вас всех. Прости. Так, ты не виновата, ты нам помогла. Ты не виновата, ты нам помогла. Тут нечего прощать. Последнее время мне редко доводилось радоваться, а радость, которую я ощутил, узнав, что ты жива, трудно сравнить с какой-либо иной. О. Разве только с той, какую я испытываю сейчас, глядя на тебя. Я так по тебе скучала. Давай посмотрим, выдержит ли нас лучшая кровать в Каэр Морхене. О! Ну, зря я все-таки остался. Вот там и любовная история. Эротическая сцена, да? Ну, ничего. Геральт, это было великолепно. Спасибо, спасибо. Как всегда. Аплодисменты. Как всегда. Ты и правда ничего не помнишь? К несчастью. Чем закончилась битва? Они ворвались в лабораторию, убили Лео, похитили наши мутагены и сбежали. О, нет. Бедный Весемир. Еще один его ученик погиб до срока. Мы отложили похороны. Ждали, пока ты придешь в себя. Спасибо. А ваши легендарные мутагены? Их потеря может обернуться катастрофой. Ладно, не будем терять время. Если у тебя больше нет вопросов. Так ты можешь мне рассказать о чародее, который грабил лабораторию? Ты можешь мне рассказать о чародее, который грабил лабораторию? Прежде всего, он очень могущественный. В совершенстве владеет силой, почерпнутой из круга. Может быть, растет второй Вильги Фордс на нашу голову? Кто? Неважно. Кстати, спасибо за поддержку там, на дворе. Я бы хотела тебя научить кое-чему полезному. Учим. Еще один знак. Новая запись персонажа Трейлис. Трейлис Визерова. Я бы хотел вспомнить, почему она так важна для меня. До ночи уже показали.
Геральт, мы уже можем идти? Ты сможешь вернуть мне память? Не знаю. Мне надо тебя обследовать. Насколько большая вероятность? Сложно сказать. Разум — сложная штука. На это у нас нет времени. Геральт. Так, ты упомянула возможные последствия кражи. Большинство чародеев и правителей готовы душу продать, чтобы заполучить эти мутагены. Но для того, чтобы использовать это знание, нужен как минимум настоящий мастер магии. А как насчет богатых купцов? Не знаю. Они им-то зачем купцам и королям тебе не надо? Геральт. Нет, подожди, мне нужно кое-что сделать, до того, как мы красим в путь, я вернусь, как только буду готов. Да не, да, все. Да, не стоит заставлять. Тогда пойдем. Я думал, ты меня хочешь знаку какому-то обучить. Итак, прощание. Жертвенный огонь. Очищающий огонь. Погребение. Мы не знаем, откуда эти бандиты и кто за ними. Вместе мы привлечем лишнее внимание. Разделимся, тогда быстрее их найдем. Я на запад. Там у меня знакомые, да и климат я тут люблю. А я на восток, в Каэдвен. Если никто не против. Ладно, а куда мне идти? На юг, в Тимирию. Король Фольтест тебе обязан. Ты когда-то расколдовал его дочь. Возможно, след бандитов ведет туда. А ты, Трис? Она попробую сама использовать связи, чтобы найти бандитов. Если что, я свяжусь с Геральтом. Ага, она не со мной. Ну что ж, разошлись наши дорожки. Я постараюсь быстрее собрать информацию и найду тебя в Вузиме. Трис. Не надо, Геральт. Не люблю прощаний. Нет зрелища более жалкого, чем плачущая чародейка. Береги себя, Геральт. Я не переживу все это второй раз. Увидимся. Почему звук прозвучал до того, как она пошла все? Так она порталы сотворяет. Чародейка. До встречи, мощная, Трис. Значит, видимо. Могла бы меня перенести туда. Удалось выкрасть секреты столетиями храняемые ведьмаками. Вот такие бандиты. Их лидер маг оказался слишком могущественным даже для Трелис. Ведьмаки отправились на поиски украденных секретов на все четыре стороны света. Господи, у нас во дворе такие деревья растут. Геральт из Ривии пошел на юг. В Визиму. Визима. Что за, блин, вот охренеть, да, выговорить? Ну давай. Врисованный. Окрестности Визимы. Каролина, первая. Я устал. Уже близко. Скоро придем. Ой, холодно. Куплю тебе теплого молока с медом. Да, спасибо, Каролина. Каролина, ну красивое имя. Что это псы делают? Псы? А псы ли? А псы ли? Алин, сделай так, как я скажу. Это очень важно. Со всех ног беги к таверне. Не смотри назад. Понял? Злые собаки. Беги! Да, я сейчас как понимаю... О! Это... демоны. Хренак. Закрывай ворота! Что за стражники? Зверь напал! Тревога! Говностража. Сестра. Вот ублюдки. Вот.
Геральт, тебя послала нам Мелитель. Там на улице женщина. Собаки сейчас разорвут ее. Помоги ей. На помощь! Не открывайте ворота! Чудовище проникнут сюда! Да, эти собаки смертельно опасны. Я закройте здесь не местный, все рот. Но вы люди! Просто чудовища! Отойдите! Я сам спасу ее! Стой, не выходи туда в одиночку. Будь ты проклят! Мы все умрем! Как это он кашель, что там нахуй еще что-то говорит? Так, нанесенные вам повреждения уменьшают количество здоровья. Если красная шкала достигнет нуля, Геральт умрет. Победил. Что это было? Наверняка магия. Это зверь. Смотри. Придет век, век волчьей пурги. Придет час белого хлада и света. Час безумия и презрения. Тайдериад, час конца. Мир умрет и возродится вместе с новым солнцем. Воспрянет он из старшей крови, из зерна засеянного. Зерна возгорится пламенем. Древнее эльфийское пророчество Этлины. Надеюсь, с ним ничего не случилось. Кажется, он спас нас от этого зверя. Хорошо. Мне кажется, Альвину стало лучше. Я найду кого-нибудь, кто бы смог о нем позаботиться. Его нельзя оставлять одного. На время мы остановимся в таверне. Погоди. В пути я наткнулся на диких собак, не таких, как эти. Причем я имею в виду не только зеленую шерсть. Ты что-нибудь о них знаешь? Они наводят страх на всю деревню уже некоторое время. Убивают человека каждые несколько дней. Вожак стаи — огромный пес, может быть, волк. Люди зовут его просто зверем. Кто-нибудь захочет заплатить за то, чтобы этого зверя убили? Я знала, что это тебя заинтересует. Именно этим и занимаются ведьмаки, ведь так? Конечно, но так этим и занимаются. Что тебя сюда привело? Я ищу человека со значком в форме саламандры. Не видела такого в окрестностях? Не так громко. Кто-то такой был здесь. Но крестьяне не имеют, только заговори о нем. Преподобный может что-то знать. Ты можешь и о звере с ним поговорить. Я так и сделаю. Еще что-нибудь? Я первый раз за долгое время попал на след саламандры. Это для меня очень важно. Ты о них что-нибудь знаешь? Это шайка бандитов. Местные запуганы до одури. Вчера они привезли мальчика. Эти мерзавцы секли его ламией. Ламией? Маенский кнут. Плетка с небольшими шипами и крючками. При каждом ударе срывает кожу и мясо. Ее запретили в большинстве цивилизованных стран. О, господи. Мальчик бредил. Говорил что-то про выкуп. Речь, видимо, шла о Дани. Он хотел это убить страсти преподобного. Христовы, там такие же плетки были. Увы, лихорадка забрала его, и он умер той же ночью. Спасибо, Шани. Кажется, я задержусь здесь на более долгий срок, чем планировал. Скажи, а почему это ты вдруг заинтересовался саламандрами? А вот тебе все скажи. Они убили кое-кого, кто был мне дорог, и они кое-что у меня украли. Не хотела бы я быть на их месте. Кстати, фильм вышел «Пчеловод», а там что-то подобное. Это последнее, что ты увидишь, это будет «Пчеловод». Да, мы знакомы. Это же я, Шани. Ты что, меня не узнаешь? Да что с тобой стряслось? Я слышала... К сожалению, я потерял память. Боюсь, что я не смогу тебе помочь. У нас на севере неврология еще только зарождается. Могу только сказать тебе, что иногда память возвращается. Вообще все не так плохо. С сожалением констатирую, что чародеи в таких случаях действуют эффективнее.
Что привело тебя в эту деревню? Я еду в Изиму, чтобы помочь бороться с Катрионой в лечебнице Лебеды. Когда ты уезжаешь? Как только закончу помогать жертвам этого нападения собак. Я не могу просто так их оставить. Это займет некоторое время, но половина просто умрет без моей помощи. Так, а что будет с Альвином? Что будет с Альвином? С Альвином. Я не знаю. Пока что я о нем позабочусь. Может быть, кто-то из деревенских захочет его взять. Он умный мальчуган. Конечно, кто-то захочет его взять. Еще что-нибудь? Да нет, все. Пока. Ну, малыш, все будет хорошо. Давай. Вот вы чертилы-то. Он ел каш, но каш помер, конечно. Он бы и без этого помер. Получены новые таланты, но это не важно. Вообще-то я сюда не за этим шел. Так, вот как это? Медитировать до заката. Медитировать до рассвета. Вот так вот, чуть меньше. Наемник, наемник. Вечный огонь не защитит грешников. Молись. Не связывайся с попрошайками. Тоже правильно. Подожди, я же где-то тут только что. А, костер. Подожди. Не-не-не, просто костер зажег. Ни больше, ни меньше. Давай, вставай. Приветствую. Приветствую. Что за жалкое место? Я застрял здесь вместе с товаром, а в городе меня ждут жена и дети. Вы не можете попасть в город? Ворота в Изиму закрыли из-за чумы. Боги свидетели, ничто так пагубно не влияет на торговлю, как эпидемии. Наверное, придется просто подождать. Большинство больных уже умерло, но звери-разбойники теперь распространяют свою собственную чуму. Не хватает только сборщиков налогов. Можно один вопрос? Да. Ну-ка, о чуме. Расскажи мне о чуме. Что тут сказать? Это разновидность бубонной чумы. Ой, господи, кошмар. Ради собственной безопасности я стараюсь держаться подальше даже от тех, кто чихает. А ты разве не боишься? У меня иммунитет к инфекционным заболеваниям. Мой дед утверждал то же самое. В конце он настаивал, что его бубоны всего лишь прыщи. Да будет земля ему пухом. Да. А разбойники в предместье есть? Еще бы. Сами себя они называют милицией. А деньги, которые они вымогают, взятками. Еще говорят, в предместье появилась какая-то секта из Изимы. Но это все, что я знаю. Ты говоришь о людях, которые носят символ саламандры? Я никогда с ними не встречался. Поговори с преподобным. Если это секта... Я так и... Да. Так, а вот о звере мне интересно. Тебе известно о звере? Местные пытаются держать это в тайне, но мне удалось подслушать, что зверь — это нечто вроде призрака. Он появляется из ниоткуда и жестоко убивает тех, у кого совесть нечиста. Интересно. Придворные нашего короля стали бы настоящим деликатесом для зверя. А другие призраки, видимо, служат ему в виде неутомимых гончих. Надо будет расспросить местных. Да. Прощай. Ну, кстати, на паузе я могу тут еще и... Привет. Расспросить.
Проклятие, в горле пересохло. Все местные здесь дрожат при одной мысли о звере. Мне и самому уже не по себе. А ты что здесь делаешь? В зиму ты не попадешь. Городские ворота закрыты. Доска объявлений. Может, и для Ведьмака найдется работа. Вы обращаете внимание на объявления, размещенные на досках объявлений. Щелкните правой кнопкой на иконке объявлений, чтобы прочитать его и получить новое задание. Давайте. Тяжело на службе. Все, взять. Мы раньше встречались. Еще один толстомордовород. Возможно. Мордоворот. Я потерял память. Невероятно. Ничего подобного не слышал, хотя я полагаю, это вполне возможно. Поговори с этой маленькой медичкой. Она должна знать... Шаня не в силах мне помочь. А жаль. О, теперь я тебя вспомнил. Ты Геральт из Ривии? Да. Я нанял тебя в Новиграде, чтобы ты изгнал горкаинов из моего склада. Наверное, раз ты так говоришь. У меня не хватало денег, но ты все равно помог мне. Что ж, по-видимому, когда-то я был наивнее. С тех пор дела у меня пошли на лад, поэтому я думаю, мне стоит воспользоваться этой возможностью и выплатить тебе мой долг. Ха, деньги мне не помешают. Вот тебе 100 аренов. Человек. Вот так, видите, поговорил с ним и... Ты кто таков? Чужак? Что тебе нужно? Вы здесь всегда так тепло приветствуете чужеземцев? Конечно! Рад, что удалось найти общий язык. Да! До встречи. Итак, давайте посмотрим, что у меня. Так, что у меня есть? Монстры мерцают. Так, монстры. Химера. Утопленец, утопленцы, ночные создания, они появляются на берегах озер, так, гуль, понятно, но у меня пока только один меч, кстати, это я, а где я был до этого, хрен его знает, честно скажу, так. Ага, вот они. Призраки, которые являются в этот мир с того света только после того, как их сюда вызовут. Иммунитет. Бесстрашные обладают иммунитетом к ядам, являются так, физической оболочкой, поэтому они подвержены боли и оглушению, хотя и в меньшей степени, чем другие существа. Как уничтожить? Восприимчивы к серебру, а также их достаточно легко можно отправить в нокаут. А, вот, ну я, ну, все верно, я их так и хреначил. Окружить жертву. Так, алхимия, клык животного, так, пальцы смерти. Вот что-то еще собрать можно с них. Подождите. Предмет ордер на арест профессора. Нажмите правую кнопку мыши, чтобы прочитать. Давай. Доводим до общего сведения, что человек, известный под именем профессор, виновен в совершении многочисленных преступлений против короны. В числе прочего, убийство, разбой, оказание сопротивления городской стражи и государственным чиновникам, а также другим судьям, кроме что так, короны. Любой человек, предоставивший ему убежище, становится соучастником преступлений. Содействие и поимки упоминаний персоны является обязанностью всех подданных. За выдачу профессора, живого или мертвого, назначается вознаграждение в размере 1000 уренов. Именем его величества короля Форвельста, ну неважно, короля и короля. Ладно. Подожди, но у меня же есть еще и простые задания. А где они? У руководителя деревенской общины преподобного, возможно, есть информация для человека с брошью Саламандры. Я должен как можно скорее повидаться с ним. Короче, можно тут метаться и туда, и сюда. Ну, давай. Только для начала я посмотрю, есть ли здесь что-то осталось, нет, от призрака. Так, один дом. Ну давай, в дом, так в дом.
В таверне можно отдохнуть, для этого поговорите с трактирщиком и щелкните по иконке медитации. Здравствуй, красавчик. Ты выглядишь усталым. Это была случайность. Случайность? От местных кметов даже случайно добра не жди. Чего тебе принести? Сейчас ничего. Но, может быть, ты не против присесть? Вот уж нет. Я тут на жизнь себе зарабатываю. И кроме того, я честная девушка. Ой, да я не это имел в виду. Ты имеешь в виду, что после работы уже не такая честная? Да как ты смеешь? Да стой ты. Отвали. Отвали. Чего тебе здесь надо? Пиво. Таких, как ты, здесь не привечают. Я хотел пива. Закончилось все. Ладно. Сейчас посмотрим. Спасибо тебе. Допивай давай. Трактирщик, еще раз такое сделаешь, и я разозлюсь. Нет. Вот так вот. Я разберусь со своими... Чем могу помочь? Вот так. Я ведьмак. Я ведьмак. Тьфу, тьфу, тьфу. Вечный огонь. Рот закрой, тебя только что спасли. У меня нет. Но ты поговори с преп... Перед твоим трактиром умерла женщина. Но неважно. Я поговорю с преподобным. Чем могу... Почему здесь так мрачно? Разве я тебя знаю? Я не веду бесед с чужаками. Даже за 5 оренов не ведешь? За 5 оренов? Я с самим королем Фольтестом поболтаю. Чума была ужасная. Косила людей направо и налево, а те умирали долго и мучительно. Плач и стон стоял непрерывно 3 луны подряд. Если бы не преподобный, мы бы все умерли. У меня такое чувство, что преподобный во всем виноват. Ничего нет странного в том, что мы не рады незнакомцам. Когда чума уносит всю твою семью и всех, ты просто без ума от горя. Да. Он молился целый день вечному огню, не принимал ни еды, ни воды. Его молитвы были услышаны. Он наложил на нас епитимию и тем избавил нас от греха. И мы начали с того, что очистили дома наши от греха и скверны. Мы взялись, и на другой день всякая скверна была похоронена. Вы хорошо сделали, очистив дома ваши от греха. Я знаю, как это я было. Я знаю, как это было. Я знаю, что это было ваши родные, я но вечный огонь послал чуму наказание за их грехи. Вы же чистые. Вы будете жить. Послал и мы поверили ему. Голод стоял жуткий. В тенях проползли вокруг деревни. Тихо. И помолились в каждой из 5 часовен. Поверь мне. Тихо. На следующий день деревня была тиха, как будто погрузилась в сон. И с тех пор заболели лишь немногие. Чума забрала Чума еще забрала... несколько семей. Это, конечно, очень поучительная история. Итак, кому-то что-то вред... Кому? Кто кого бьет? Ладно, туда мы потом обойдемся. Так, трактирщик мы у него были. Стоять. О, смотрите, могу брать даже у него в доме. Мать его, идти твою что за ногу. Ну-ка, ты кто такой? Ну-ка, давай пообщаемся. Раньше я чистил канализацию в жизни мой, например. Зарабатывать вот на хлеб с изготовлением кирпичей. Какой хороший парень. А кто кого перепьет? Давай выпьем. Давай. Вы можете принять участие в соревнованиях по перепою, чтобы получить информацию и заработать. Щелкните по иконке питья. Ну, я щелкнул уже. Что-то не понял. Ох, я разошлюсь. Какой... Давай выпьем. Так,
Подождите, что-то я не понимаю, почему. Ох, я разозлюсь! Что-то он не пьет. Ну ладно. Ты меня спас, да? Это я тебя спас, да. Интересно, что теперь со мной будет? Может, подождешь, пока тебя не заберут родные? Нет, все мои родные умерли. Я останусь тут. Мне очень жаль, парень. Мне все равно. Ну-ка, не трогай кота, перекота. Еще что? Пока. Толстый Фред. Ну-ну, ведьмак. Приветствую. Здесь что, проходит какой-то турнир? Да, мы избиваем друг друга до полусмерти за деньги. Звучит весьма увлекательно. Если хочешь, чтобы толстый Фред тебе настучал по физиономии, покажи деньги. Сколько? 25 аренов. О! Давай-ка посмотрим. Так, расскажи мне об этом турнире поподробнее. Расскажи мне об этом турнире поподробнее. Правила простые. Все дерутся друг с другом и бьют друг друга по морде. Кто выстоял, тот и выиграл. Просто и ясно. 25 аренов. Я буду участвовать. Желтым обозначен персонаж, с которым вы можете вступить в кулачный бой. Чтобы атаковать такого персонажа, один раз щелкните по нему левой кнопкой. Что это? Давай. Пришла твоя смерть. Ну-ка, давай-ка. Страсть, как хочется врезать кому-нибудь. Пришла твоя смерть. Ну давай, бей его. Кому бы тут заехать как следует? Пришла твоя смерть. Кому бы тут заехать на следует? Никакого вызова? Почему я не могу убить? Я тебя убью, ублюдок. Страсть, как хочется врезать кому-нибудь. Кому бы тут заехать? Страсть, как хочется врезать. Нахрен. Бои, это не для меня. Бабушке скажи. Ну давай, чё ты там стоишь, там мать твою? Никакого вызова? Может, ты мастер? Заткнись. Возвращайся завтра. Что? Итак, проигрались и проигрались. Давайте посмотрим, путешественник тут. Вес. Абигайл продает. Это шима. Ничего интересного. А где-то тут... Ага. Кто это? Чем могу помочь? Чем могу пом... Я ищу кое-кого, кто остановил. Поищи за столами и в альковах, где собираются гости. На ночь они расходятся по своим комнатам. Если тебе... Я приходи утром. Чем могу... Я хочу отдохнуть. Да. Для... На. Отдыхаем до утра. Они все равно ночью выползают, пока, блин, дверь закрыта. Где, мать его, дверь ваша? Сохранение игры.
Так, я где-то... Ну-ка, подожди. Надо больше экономить. Снаряжение, снаряжение, дневник. Глоссарий. Так, краснолюды. Итланы. Вот тут у меня только. Да. Прощай. Оставаться на чеку. Заперто. Вы-то нахрена днем-то запираете ворота, твари такие. Проклятье, в горле пересохло. Никто не знает, когда и где появится зверь в следующий раз. Да. С кем ты разговариваешь? Прощай. Не связывайся с попрошайками. Так, ты чё у нас? Вечный огонь не защитит грешников. Молись. О, краснолюд, кузнец. Приветствую. Давай. Приветствую. Да, я краснолюд. Нет, я не поддерживаю Скуятаэлей. Ни открыто, ни тайно. Да, я исправно плачу налоги и взятки. Постоянно. Подробный отчет. Сегодня в том числе. Успокойся, я всего лишь хотел поговорить. Успокоюсь я в могиле. И если все пойдет хорошо, то уже через пару дней или недель. Я постараюсь прийти на похороны. Не свалится? На казнь тоже приходи. Меня как-то заставили присутствовать на повешении нелюдя. Веселье, полные штаны. Я уже понял, что нелюди здесь не жалуют. Как и повсюду в северных королевствах. Один чиновник в Изиме недавно получил награду за вклад в развитие экономики. Изобрел виселицу. Для краснолюдов. И при чем здесь развитие экономики? А ни при чем. Но ты только подумай, какая экономия. Если производить их сотнями, сэкономленное дерево можно пустить на производство прекрасно. Других товаров. Например, детских деревянных мечей. Можно один вопрос? Да? Кто такие Скуятаэли? Вы бы назвали их смутьянами или подстрекателями. Они борются за право нелюдей. Скуятаэль — эльфийское слово. На вашем языке означает «белка». А зовутся так, потому что носят беличьи хвосты на шапках. И ты ведешь дела с белками? Ах ты хрен собачий. Тебе меня не спровоцировать. Вот ни хрена себе, вот я и попал. Пошел прочь, провокатор. Охренеть, пошел ты нахрен. Оставаться на чеку. Тварь такая вонючая. Вот ни хрена, вот тебе и высказался... Мать его! Да чтоб ты сгнил, тварь такая поганая! Вы не можете с неизвестных растений рвать, не можете. А, мой живот! Как же больно! Проклятая ведьма! Да где она, мать его, ведьма-то? Блять, твою мать! Да что за тихо вы! Он еще и не прыгает нахрен. Свежие могилы. Похоже, чума нанесла здесь сильный удар. Так, заброшенная хижина. Прекрасно. Здесь что, чума? А, чума, чумка. Пипец, ну это охренеть. Ты тоже мой дядя и хочешь угостить меня леденцом? Пошел ты нахрен, дядя. Ничего я тебе, леденцом, ага.
Леденец ебунец, вот тебе угощение твое. Ну-ка, цыц, нахрен. Я понимаю. Там просто вон ребенок, тварь такая. Давно уже не ребенок. Жопа шире тазика. Так, задание. Ведьмачий секрет. Мне повезло, удалось так в предметных взаимных напасть на след мужчины с брошью в форме саламандры. Возможно, местные жители знают что-то о саламандрах. Я должен завоевать их доверие, чтобы узнать, где их можно найти. Кулачный бой. Я должен победить толстого Фреда. Да охренеть, вот кулачный бой вообще не мое. Нападение зверя ужаснуло мальчика. Он впал в магический транс и стал пророчествовать. Чтобы их раскрыть, надо будет повидать преподобного. Неизвестно растение. Твою мать-то, опять неизвестно растение. А где мне можно выучить растения? Будьте любезны. Подскажите. Вон еще. Собакин. Здравствуй. Ну, куда ты сел? Мать твою, я с тобой разговаривать хочу. Кровь и выбоины на этих доспехах говорят о том, что... Кто здесь? Я ведьмак. Зачем ты вошел в мой дом с оружием? У меня нечего красть. Успокойся. Я не причиню тебе вреда. Я ничего не знаю. Мое имя Геральт. Тогда выпей со мной, мастер Гервант. Давай тогда выпьем. Прекрасно, нихуя. Охренеть у него! Самое у него осетринка там. С преподобным встречался? Преподобный? Проваливай, бродяга! Охренеть! Мать его, а где ты? Преподобный! Я просто оговорился, собственно. Мне среди кучи людей надо найти преподобного, который мне что-то должен рассказать. При этом я не могу срывать растения, которые мне неизвестны. Это пипец. О, подожди, кто-то в рясе идет. Есть шанс. Чертовы белки. Купец. Король Фольтес снова поднял таможенную пошлину. Охренеть, а где этот преподобный-то? Проклятье, в горле пересохло. Тяжело на службе. Ну давай. Это путешественник, наемник. Оставаться на чек. Да? Почему местные преследуют нелюдей? А почему хрен суют в дырку? Потому что это естественно. Охренеть, вот ни хрена себе. Мне повезло, что я еще вот так выражаюсь. Тут дело, охренеть, как выражаются. Не понимаю. В таком красках случае, и подробностях. Думай над этим в одиночестве. Или обсуди этот вопрос с этим ублюдком Брокгом. А я о таких вещах с чужаками не спокойно разговариваю. Это понятно. Спокойно, да? Сказал. Я хочу поговорить об оружии. Вот об оружии, да, я не специалист по оружию, хотя умею ковать мечи. Принеси мне руду трех типов, и я скую тебе отличный стальной меч. Я поищу руду. И еще кое-что. За 35 аренов ты получишь вот эту отличную оружейную смазку. Она мало где продается. Вернее сказать, она мало где продается законно. Да ради бога, на, забирай. Эта смазка удаляет ржавчину и повышает качество оружия.
В ее состав входит свиной жир и некоторые другие ингредиенты. Слушай меня. Меня это не интересует. Оружие должно быть в хорошем состоянии, и не важно, что это. Похоже, тебе не везет в любви, Мил. Действительно. Мил, здарю. В таком случае. Риск, ну давай, в кости. С этими гречами. Есть честно. Давай, и неплохо заработаешь с этими костями. Зависит исключительно. А где? Если... А что это был за охотник? Боже... Этот парень явно не жаловался на недостаток любви. Никогда еще не видел, чтобы человеку настолько не везло. В таком случае будь осторожна. Не ду... До встречи. Где эта тварь? Вот игрок. А что это был за охотник? Боже. В таком случае будь осторожна. Не ду... И неплохо-то. Зови. А где? Есть. А что это был за охотник? Бу. В таком случае. Не ду. До встречи. Короче, он мне ничего сказать не может. Хм. 3 унции Optima Mater, капелька раствора ртути. Пардон, что-то я задумался. Приветствую тебя. Приветствую. И я тебя. Я Калькштейн, алхимик. Геральт, ведьмак. Ведьмак? А сколько ты возьмешь за разрешение на исследование твоего тела? Тебе не по карману. Ты бы так помог науке. Ну ладно, так и быть. Хотя я принял тебя за человека, который ценит точные знания. Я уважаю науку, ученых и алхимиков тоже. Я ожидаю того же взамен. Понятно, понятно. Красавчик. Хорошая речь. Тогда, может быть, согласишься на посмертное вскрытие? Мое уважение к алхимикам стремительно. Ну, хорошо, хорошо, прости. Ты не похож на место. Я возвращаюсь в Изиму с большого съезда алхимиков, пиромансеры. Не сомневаюсь. И что, вы на съезде пришли к каким-то конкретным выводам? Потрясающий опыт. Я представил мою диссертацию. Конкретным? Ха. Такие съезды мы организуем не для того, чтобы говорить о конкретных вещах. Я не вполне уловил мысль. Наука — это великая река с множеством течений, водоворотов и предательских мелей. У одинокого плотовщика нет никаких шансов познать все тайны этой реки. Он должен прибыть в гавань и поделиться тем, что узнал с другими плотовщиками. Напиться и потратить последние деньги на шлюх. Теперь я лучше понимаю, что это за конференции. Хм. Наука как река. Бесконечная, неостановимая. Пардон, я... Ничего, ты говорил... Да! Из-за этого карантина я зря теряю время в трактире. Я провожу опыты. Меня ожидают опыты невероятной важности. А я что делаю? Сижу в этом дурацком месте и поглощаю спиртное. Да еще к тому же плохо очищен. Я отправил письмо моему другу, он тоже алхимик. О... Ну что ж. Спасибо. А ты всегда просишь у людей разрешения исследовать их или произвести вскрытие? Конечно, нет. Это все объясняет. Не обижайся, я просто полюбопытствовал. Нужна помощь ведь? Да, прочитай объявление, которое я повесил с... Я хотел, чтобы ты... Ну, наконец-то. Вот человек с... Во-первых, я не местный. Во-вторых, если бы местные жители думали об... Ха! Типичная близорукость. Ведьмак, алхимия — это мать всех наук, а алхимические процессы постоянно идут в твоем теле. Давайте сменим тему, пока крестьяне не сожгли... Никому еще не удавалось за... Как ты получаешь свои алхимические основы? Нужно специальное оборудование, чтобы получить хороший дистиллят. Лично я использую двойной атонатор с перегонным кубом, дополнительно оборудованный ректификационной колонной и медным охладителем. А если у меня под рукой нету двойного атонатора? Ну да, полевые условия. Что ж, у Олафа должна быть водка или спирт, и то и другое можно использовать... Где мне? Если хочешь сам получать компоненты, тебе понадобятся книги с рисунками. Если нужны ткани или органы...
Меня интересует... Готовые формулы встречаются редко. Многие недооценивают ценности... Давай сменим тему. Но мы же только на... Кошмар. До встречи. Путешествую. Черт, вместо того, чтобы купаться в деньгах вторг... Я даже не знаю, что я все собираю. Потом почитаю. На досуге. Так, видение. Так, ладно. Прочитал. Ну ладно, думаю, это все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Итак, что нам надо, получается? Стадия людей и чудовищах. На день зверя ужаснула мальчика. Он впал в магический транс и стал пророчествовать. Так. Я нашел ордер на арест профессора, человека, ответственного за нападение на Кавер Морхен. Профессора разыскивают. Так, можно быть, есть враги. Враг моего врага, мой друг. Надо поговорить со стражниками закона. В Изиме, чтобы найти врага профессора. Давай поговорим. Оставаться на чеку. Никто не знает, когда и где появится зверь. Вечный огонь не защитит грешников. Молись. Проклятие в горле пересохло. Где еще стражники? Вот. Как только доберусь до путешественник, это не страшно. Я кое-что слышал о вас. В Изиму ты не попадешь. Держись подальше от склепа. Он кишит чудовищами. Тяжело на службе. Блин. Двое врат оказываются. Я нашу. Давай. Черт. Выйдем, посмотрим. Пускают. Тяжело на службе.
Зверь. Ну, открытый мир. У меня ноги болят. Я собираюсь подшутить над кузнецом. Давай поиграем в прикончик. Я тоже хочу себе такой мир. Ну, писай, у них нахрена у тебя шуточки-то? Там еще деревня целая. Кто не спрятался за дверь, того пожирает зверь. Того, кто двери не запрет, зверь когтями раздерет. Кто закрыт? Ни хрена у вас считалочка-то. Как у Фредди Крюгера прямо-таки. Так. Приветствую вас, ведьмак. Я местный ловчий. Приветствую вас. Удивлены, что я вас знаю? Нет? Ну и ладно. Чего вы хотите? Ну, я много чего хочу. Я ищу работу для ведьмака. Я сам собирался этим заняться. Но раз уж ты здесь... Вроде бы на берегу озера завелось чудище, что пожирает мужиков, которые не поспевают засветло домой. В гробнице, кажется, завелся гуль. Я посмотрю. Но вначале скажи, сколько я за это получу. Вы, ведьмаки, ничего бесплатно не делаете. Убей чудище, принеси мне доказательства, и я тебя щедро вознагражу. Понятно. Можешь рассказать мне побольше про чудище на берегу озера? Только то, что оно охотится по ночам и убивает людей. Как выглядит создание из гробницы? Может, это обычный гуль, но кто его знает? Сам увидишь. А сколько вы берете за утопца? Это профессиональный секрет. Профессия у нас одна. Похоже на то. Так сколько? По-разному бывает, но в среднем 80 аренов. Я так и знал. Знал, что тут что-то не так с ценой. Успокойся. Мир идет вперед, все дорожает. Только устаревшие ведьмаки работают за гроши. И они еще меня называют. Как потопаешь, так и полопаешь. Что-что? Ничего, не... Прощай. Все, ладно. С тобой мы... Да. Поговорили, разобрались. Где эта река теперь вот? А, ты же не прыгаешь. Получается, здесь просто пересидеть можно. Серебряного меча у меня нет пока что. Хочу быть Саламандрой. Не хочу быть стражником. И я не хочу. Давай Давай-ка зайдем, посмотрим, что здесь. Это что, 1.6? Термский железный кинжал. А у меня какой кинжал-то? Да, у меня такой же. Ну, продать, если только. Так он же опять со мной не разговаривает. Кузнец. Обиделся. Только ему пусто было, заперто. Двери ночью не запрет, а вот что там, зверь разорвет, да? Кто не спрятался за дверь, того пожирает. Прекрасно. Позор! Вот на какую территорию? Надо бы корову подоить. Эта шлюха-ведьма на меня глаз положила. Я тебе точно говорю. А вот как мне растения изучить-то? Было бы совсем неплохо растения изучать.
Замечательно. Абигайл продает отличные мази от нарывов. Мы еще как-нибудь встретимся. Так, ну-ка, у меня что-то какой-то... Так, рецепты персонажа, места, монстры, обучение, голоса, ингредиенты. Белый укус, глаз химеры. Лук зверя. Нет, все не то. Трупный яд. Рецепты заданий по местам монстры. Где-то карта. Снаряжение. Так. Что у меня? Так, Бестари дает описание болотных чудовищ, топцев, плавунов и пиявок. Здесь же проводится информация о способах уничтожения этих чудовищ, об химических ингредиентах, которые можно из них добыть. Так, это что? Свиток, алхимия. В книге содержатся формулы королева, призыв вызывает магический ужас у противников. Так. Контракт на гулей, контракт на утопцев, контракт на бекстеров. Это кто такие? Срочно требуется храбрый воин. Тот, кто доставит мне 10 черепов бекстеров, получит 100 золотых. Так, это контракт. О. Так, записи содержат формулу. Так, из глаз химеры при употреблении зелья дает один бронзовый талант. О, запись содержит формулу для... эликсиры из глаз химеры. А у меня что, один тоже глаз химеры? Особая субстанция пока еще. Так, требуется воин, способный избавиться от утопцев на берегу реки. Это, наверное, вот они и есть. Нужна кровь как минимум 3 гулей. Плачу золотом, алхимик. Но по поводу гулей это я не знаю. Ладно. Шурин мой, например, зарабатывает на хлеб изготовлением кирпичей. Может, и я присоединюсь к нему. Мои старые кости. Таким, как ты, тут не рады. Щелкните пункты взятки, вы выберете количество денег, которые вы хотите вручить, чтобы подкупить персонажа. Да вот так вот тебе хватит. Другое дело. Старая о чем ведьма. Тебе рассказать? О, о местных травах. Прекрасно. Грибы-шибальцы, похожие на булыжники, растут в пещерах. Но поскольку там развелось много чудищ, я все больше использую ласточкино зелье. Мне нечего больше сказать. Эта шлюха-ведьма на меня глаз положила. Да. Абигайл продает отличные да, мази от нарывов. Кто еще здесь есть? Абигайл продает отличные мази от нарывов. Куры мрут. Какая прекрасная девица. Такая красота способна поразить даже слепца. Тоже мне комплимент. Вообще-то я замужем. Я уж подумаю. Давайте посмотрим, что здесь. Замечательно. Очень надеюсь, мы еще как-нибудь встретимся. Абигайл продает отличные мази от нарывов. Каждое растение надо изучать, как-то, не знаю, отдельно, что ли. Грозно выглядишь. Да еще и оружие на спине носишь. Давай, здесь что у нас? Абигайл продает отличные мази от нарывов. Здесь воняет. Так. А-а-а. Я уж подумала, что ты один из этих из городских кого? Бандитов. Да пошла ты, городские бандиты, окрестности Визимы. Может, от тебя и будет польза. Так, вы не можете сорвать неизвестные растения.
Так. Что взять? Так. Блин, тут. Дошли до куда-то. Стоять, бра, то есть гра. А кто ты такой? Ведьмак, как видишь. Мы из местной милиции. Следим здесь за порядком. Господи, штаны-то пошиты. Меня в таком случае внимания не обращайте. Я просто пойду своей дорогой. Нам велено проверить, чтоб ты был здоров. У меня иммунитет. Ничего не знаю ни о каком там иммунитете. Сказано проверить, значит, надо проверить. Ну и как? Прошел я проверку. Выглядишь мерзко, но, по крайней мере, вполне здоров. Проходи. Счастливо оставаться. Мы тут следим за порядком. Надеюсь, никакие ужасные... Мы из местной не объявятся. Ты водишь! Если ты умеешь драться, защити нас. Я сам видел, как тот призрак... Даже не представляю. В неспокойные времена, когда брат пойдет против брата. Придет великий хвастик, он поглотит мир. Только ты будешь светом. Только ты принесешь спасение. Возложить можно. Что-то не понимаю. Говорят, Харен опять промышляет эльфийскими украшениями. Я у него юбку. Часов вечно на огне. Правда, пришлось с нее кровь смывать. Я в игры не играю. Этот ублюдок наживается за наш счет. Стражники на перекрестке вчера на труп разодранного. Даже не представляю, когда же орден пришлет обещанную помощь. Преподобный. Сгинь, да поглотит тебя вечный огонь, дьявольское отродье! Успокойся, священник. Я только хочу поговорить с тобой. Не о чем нам говорить. Есть о чем. Я ищу Саламандр. Я слышал, что они приходят сюда. Они перебьют нас из-за тебя. Сгинь! Я могу быть очень благодарным. Что у тебя на уме? Я слыхал, что вас беспокоит зверь. Какое тебе до этого дело? Я ведьмак. Я могу помочь вам. Недавно сюда уже приходил ведьмак. Звали его Беренгар. Он обещал нам сразить зверя, но сбежал, сверкая пятками, как только услышал его вой. В это мне трудно поверить. В любом случае, я не Беренгар. Если хочешь заслужить мое доверие, принеси свет вечного огня людям и рассей тьму. Вокруг нашей деревни ты найдешь 5 часовен. Я надеюсь, ты не думаешь, что огонь отпугнет зверя. Это нечто большее, чем большой волк или одичавший пес. Ну да. Вечный огонь, богохульник! Он наверняка отгонит зверей, ибо сказано было, что хотя душа его будет в потемках, а вид его будет ужасен, не суди его скоро, ибо он принесет пламя надежды в ночь. И еще сказано... Вы будете в безопасности только в свете вечного огня. Хорошо. Но это будет стоить тебе 100 оринов. Да будет так. Но помни, вечный огонь должен загореться в ночи во всех 5 часовнях. Я ищу людей, которые носят значки в форме саламандра. Я ищу людей, саламандра. Которые носят значки... В этом нет мудрости. Почему? Я советую тебе не досаждать им, если ты не жаждешь испробовать на вкус посмертие. У меня напуганный вид. До тебя сюда уже приходил ведьмак. Он тоже хорохорился. Но где он теперь? Его нет, сбежал. Не имею привычки убегать. Не смейся над саламандрами. Вся деревня боится их мощи, и не без причины. Помни... Ты должен убедить не только меня, но и других. Что я могу сделать? Для меня ты должен просто сразить зверя. Что касается других, иди. Что касается других, иди к Одо, Микуле и Харену. Увидим, сможешь... Одо, Микула и Харен. Они что, какие-то большие шишки? Они живут в предместье всю жизнь, так что все их знают и уважают. Одо недавно разбогател.
Харен — торговец, а Микула — стражник. Заслужи их доверие, и ты заслужишь... Посмотрим. Постой. Просто так они не поверят, что тебя кольцо прислал я. Кольцо вечного огня надо показать. Подожди. Так, перетащите кольцо. Так, в повседневную ячейку, чтобы использовать его в диалогах. Щелкните по кольцу во время диалога, чтобы показать его собеседнику. Подожди, где у меня? Да не то. Где-то вот оно. Где кольцо? Серебряное кольцо с рубином. Ценный предмет, который можно продать или кому-нибудь подарить. Или кому-нибудь подарить. Ценный предмет, который... Кольцо с печатью вечного огня. Куда? Сюда его? А, вот. Который можно продать. Продать. Ладно. Итак. Панель использования. Тут. А. Я обещал преподобному, что я зажгу эти свечи за ночь. То есть ночью надо все зажечь раз. Тогда давайте найти их сразу надо. Где такая хрень еще есть? Не пробегал мимо такой? Так, тут есть? Два. Так, придется, я как чувствую, мне побегать. Сегодня как Абигайл продает отлично. Вот ни хрена, о чем вы договорились. Нравится Микула, опять свои руки распускает. Давайте смотрим. Так, здесь нету. Ну ладно, допустим. Так, а где я? Храм, мясник, часовня, храм. Вот так можно по карте, да, посмотреть тогда получается. Дом, так, часовня, как раз, два, три, четыре. Где пять? Так. А, я тут уже был. А у моего отца меч больше. Так, и куда-то я приду. Где я? Пока еще неизвестно, куда я иду. Вот он, новая территория, дорога к пещере. Это что такое? Так, если медальон настроен на обнаружение монстров, он покажет вам, есть ли он поблизости. Если он настроен на обнаружение магии, то будет вибрировать рядом с местами силы, облегчая процесс поиска. Чтобы изменить режим, нужно выбрать медитацию и открыть снаряжение. Что будете делать? Блин, сам будет интересно знать, что буду делать. Провести ритуал магии.
Опа. Круг ветрового скита. Так, это что у меня? Ритуал магии. Мощность знака повышается на 100%. Мощность знака арда повышается на 50%. Так, минутку, мне надо сохраниться. Сохраняю. Пещера. Так. Вот на новую территорию пещера. Ладно. А вот кто здесь только? Вот такие я видел где-то. Грибы. Это меня бабка научила, да, их собирать? Нет, что-то никого нету. Как понимаю, потом, да, откроется. Ладно. Будем бежать тогда. И здесь обвал. Понятно, ладно, выходим тогда из пещеры. Зачем она нам нужна, пока еще не представляю. Вдруг ветра скитальца. Неизвестное растение. Опаньки. Ну, взять все. Так. Все понятненько. Нам сюда. Так, у нас 1, 2, 3, 4, 5. Вот. Надо начать дождаться. Так, ну надо до 5-го туда бежать. Путешественник, у тебя есть чего? У меня нет для тебя работы. Ну и вали тогда. Кто ты? Сидит один стражник, смотрите-ка, главный королевский ловчий. Привет. А. Прощай. Прощай. Уходит в дальние края. Прощай. Прощай, мы расстаемся навсегда. Ты кто? Купец. Из-за проклятой чумы наши обозы встали. Блин-блинский. Итак. Ну давай в домик зайдем. Нам все равно в эти дома заходить. Обшарить, шмонать их. Кто в тюремочке живет? Вау, жил и не тужил. Так, потихонечку, блин, все разбито, все перевернуто. Вы чё?
Мне бы еще. Не обязательно огонь бы был. Горка человек. Интересно, для чего она? Фука, кажется, это что-то подобное человека, сделанный из пак или воска. Интересно, зачем это ведьме? Ведьмак? Добро пожаловать. Обидел, да? Произошло? Он сам виноват. Многие приходят сюда в надежде, что я исполню их жалкие фантазии. Меня принимают за шлюху, а я ведьма. Я это запомню. Не бойся, ведьмак, я не настолько плохая. А тот негодяй скоро поправится. Чего? Так. Я прочел твое объявление. Отлично. Ты достал чего? Пока нет. В таком случае потратить... Да подожди ты. Можно я кое-что спрошу? Спрашивай. Может твоя магия победить псов-призраков? Может твоя магия победить псов-призраков? А меча что, недостаточно? Я слыхала, что у ведьмаков... Да, у меня нету серебряного. Чудовищ. К сожалению, серебряного у меня нет. Я знаю одно зелье. Если покрыть им лезвие, будешь наносить ужасные раны даже призракам. Давай. Я готов взять. Тебе нужны наизанская соль, генацева кислота, винный камень и свиной жир. Все это ты можешь купить у меня. Спасибо. Вместо наизанской соли можешь использовать лепестки чимерицы. Так. Ну давай тогда торговаться. Так, я у тебя возьму, наверное, все. Давай я все покупаю у тебя. Ты себе еще добудешь. Блин. Вы не можете положить, да? Подожди, нету свободного. Ну, идентичный за товар я могу же брать. Книга «Полевые растения». Ладно. Селитра. Гусиный жир. Так, ладно. Взять все. А что я могу туда положить? Так. Кремень, обычный предмет, позволяет разжечь огонь, используя только один раз. Так, нажмите. Ага, вот так вот. Так, позволяет разрешить. Так.
Ну ладно, не очень-то и хотелось. Смотрим тогда, что у меня есть. Еда. Восстанавливать здоровье. Мне же зелье надо готовить. Так, а как я могу зелье приготовить? Ты мне рецепт дала? Рецепт. Дневник. Контракт на работу для ведьмака. Вы уже читали эту книгу, больше... Виток. Алхимия. Масло от... Вот, масло от призраков. Ну и все, наверное, да? И... Вот так вот. Сейчас сохраниться надо. Так. А не могу сохраниться. А вот, вот, вот. Так. Где у меня мазь? А, мазь-то где? Подожди. Ласточки. Так, неизвестный эликсир, чтобы... Неизвестный эликсир? Эликсир, основа алхимических препаратов, так, белая чайка. Так. Маска для клинка. И подожди еще. Мне еще одно. Так, что-то тут намазать надо. Гусиный жир нет. Вот так, алкоголь средней крепости, белая вода. Молоко. Окорок. Это ингредиент, белокс ингредиент, алхимический ингредиент, черный порох, тюльпаны, неизвестный эликсир. Каролина умерла. Ее собаки сожрали. Ну давай выходим. Так, а я где? Я правильно бегу. Че это шанс уклониться от удара, увеличить свое умение, отражать удары, улучшаться на 50? Давай, для начала зажжем все эти. Первый есть. На,
Убей. Бей. Ну хренач призрака, давай. Какие дебил. А что, не с каждой собаки еще выпадают? А, вот. Давай, беги. Мне куда теперь? Так, это я посюда, ну, да мне еще далековато бежать. А в таком темпе, тем более. По крайней мере, для меня все они медленные. Что за... Нажрался чего-то. Не весь пойми чего. Это будет долго. Бей. Давай. Взять все. Взять все. Надо будет к ведьме вернуться потом. Так, куда? Чуть вперед и направо. А почему так нерешительно? Похоже, наш дар не Рит и незваные гости. Попробуй грубо. А, она еще и сопротивляется. Это... Давай, пиндюрь ей крепче. Давай. Стой, где стоишь. Жду не дождусь. Кем он себя возомнил? Вы пожалеете. И насколько же вы круты? Эй, ведьмак, помоги! Отвали, белый, монстров тут нет. Да что сейчас такое, лысина? Драться с ведьмаком кишка танка? Заткнись, девка! Сейчас убедишься, какое есть достоинство у настоящего мужчины. Сейчас его потеряешь. Я не дождусь. Так. Это раз. Вот так вот. Умри, сову. Башку снес. Ты мне поможешь? Я боюсь собак и бандитов, но мне нужно добраться до дома. Конечно. Только подожди. Я сначала свое возьму. Быстрее, я не могу ждать.
всю ночь. Ну, пошли, куда тебе надо. Ты не проводишь меня до дома? Быстрее, я не могу ждать всю ночь. Двойной подушный налог касается не только низушков и краснолюдов, так, ну, хоть правильно но бежим. Нормальных людей. Скандал! Все соберу. Те, кто поспевает, всегда получают награду. Ты не проводишь меня до дома? Ну, пошли. Ты идешь? Шевели поршнями. Все взять. Где тут еще останки были? И... Белая чайка. Ладно. Так. Где ты? Вот так. Это что? Красные розы можно подарить или какой-нибудь даме? Блин. Давай так тогда, я не знаю. Обезьяна. Так, мне далеко? Два осталось. Пойдем. Так. Oh, my God.
Так. Давай. Давай еще немного. Вот так. А наберем всего, что только можно. Твою мать, надо так. А вы-то ополчение, что стоите, ни хрена не делаете. Милиция. Вот что-то дело, что милиция, ни хрена не делаете, ни милиция, ни полиция. Все, так, задание о людях и чудовищах. Заперто. Ну ничего страшного. Так. Где мы? Контракт. Гулей, пулей, мулей. В этой землянке что-то есть. Бандитов мы победили. Прекрасно. Так, ну ладно, куда мы еще вернемся? Зверя больше нет, потому что все пять зажег, я так понимаю. Что за, ну, непонятное что. Так, я так думаю, мне черепа-то не нужны там. Бежим к ведьме. Да твою мать, так непривычно. Это, наверное, от готики у меня.
Папа уже не влазит. Так. Заходим. Сохранение игры. Чего ты хочешь? Я прочел. Отлично. Есть. Они твои. За определенную цену. Я знала, что тебе удастся их достать. А вот еще немного мандрагоры. Можно я кое-что спрошу? Спрашивай. Я вижу, что ты приютил Альвина. Думаешь, я брошу в беде сироту? К тому же у него есть потенциал. Ты о чем? У него есть силы, но не знаю, сможет ли он их контролировать. Сейчас он спокойно спит после отвара, который я ему на ночь даю. Как благородно. Мало кто возьмет в дом лишний рот по доброй воле. Когда придет голодная зима, я его зажарю и съем. Шутница. Наверняка местные так и думают. Они же считают, что я чудовище. А ты чудовище? У всех нас внутри прячется чудовище. Мне надо полевые растения. О берсиках информация записана со слов свидетелей атаки. Болотное чудовище. Книга о животных. Амулет отпугивающий утопцев. Ну, даже не знаю. Мне это надо. Не надо, чтобы они отпугивались. Давай. Мне надо прочитать сначала. Так. Дает описание болотных чудовищ, утопцев, лаунов и пиявок. Здесь же приводится информация о способах уничтожения этих чудовищ, а также обхитрить. Так. Ага. Так, о бегстерах книги. Так. Понятно. Так. Алхимия. Свиток книги содержится. Так. В книге содержится формула король-королева. Взрыв. Взрыв вызывается. Магический ужас противника. Контракт на гулей. Книга так. Трех гулей. А я пока только одного. Контракт на работу для ведьмака. На утопцев. О, полевые растения. И где эти знания у меня все? Не. Подожди. Где у меня книга-то? Рецепты. Ингредиенты. Глоссарий. В состав любого химического можно входить одна из трех добавочных субстанций. Ведьмаки. Магия. Нет, обучение. Взятка, выпивка, здоровье, информация о серии. Нет, это все не то, что мне надо. А где мне так? Монстр. Плавун. Плавуночные создания, они являются на берегах рек, озер, прудов. На плавуна не действуют яд, а их раны не кровоточат. Они бесстрашны и обладают иммунитетом к оглушению. И знаку акции их нельзя ослепить. Серебру их можно сбить с ног. Самым эффективным в данном случае является быстрый стиль. Более опытный ведьмак в бою с несколькими планами применяет групповой стиль. Ну, понятно. Так, места, монстры. Задание. Контракт на гулей есть. Контракт на утопцах еще есть. О людях и чудовищах. Я зажег огонь. Так, это надо разыскиваться. Я нашел. Так. Секрет. Еще один ведьмак по имени. Так, ага. Это тот, про которого говорили, что он сбежал. Ну-ка, я тебе продать могу обратно? Введение в магию. Так.
А мне как тебя выложить? Так, ладно. Введение в магию представляет собой воплощение хаоса. Она ключ, способный от запертой двери. Понятно. Так, это я все прочитал. Чего ты? Хочу поторговаться. Так, у меня алхимический, так, содержит следующий кварбит. Так, смазка нет. Ржаная водка. Так, винный камень. Ребис. Так. Вот это мне нужно будет. Так, вот это я даже не знаю, стоит ли мне одевать это. Ладно, пусть будет. Так, черный порох. Так, для смазки меча. Чего? Да мне помедитировать только. Да мне тут ничего не надо. Где? Вот. Белая чайка, глаз. Так. Один бронзовый талант. А что у меня с глазами химеры? Там у меня нету глаз химеры. А нет, все-таки был один глаз химеры. Так, кошка. В полной темноте это мне пока не надо. Масло от призраков. Филин пока мне тоже не надо. Ну, еще, наверное, масло одно от призраков сделаем. Так. Подарок, красная шаль. А, вон оно что. А я подарить тебе могу? Так, я-то тебе могу подарить? Вы не можете продать. Торговец, он не нужен. Не нужен, это понятно. Значит, не тебе. И цветок я тебе подарить не могу. Запертая дверь. Куда-то она дальше ведет, да? Ну давай. Я вроде не могу отсюда сейчас еще уйти. Ну, я думаю, на этом пока все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Увидимся в следующем видео. Пока!